На тебя не похож совсем. Это девочка. Дочка. Она у нас в папу. Прости. Ничего. Ну, за тебя. Я рад, что у тебя все так удачно сложилось. Семья, карьера, дочка в папу. Я рад тебя видеть. Я тоже рада тебя видеть. Но за нас, повзрослевших. Покажи фотографии. Мне интересно посмотреть, что ты снимаешь. Как-нибудь обязательно покажу. Ты стесняешься? Меня, что ли, стесняешься? Стесняюсь. И опасаюсь. Ну, во-первых, тебе может не понравиться. А во-вторых, столько времени прошло. Ты другая, я, наверное, другой. Вкусы меняются. Мне понравится. Обещаю. Договорились. Когда вернусь, устрою тебе персональный вернисаж. Вернешься, а ты уезжаешь куда-то, что ли? Ну да. Улетаю на съемку. Контракт. Когда? Сегодня. И причем совсем скоро. Так тебе, наверное, нужно домой заехать, вещи собрать. Или ты так с лейкой и блокнотом летишь? У меня все собрано давно. Я же такой летучий образ жизни веду. Сел и поехал называется. Так что сейчас за мной приедет друг и увезет меня в аэропорт. Я вообще сюда только на 5 минут смог заехать. Да и вообще все это как-то неожиданно. Да, неожиданно. Для меня тоже. Знаешь, мне даже как-то не верится, что ты сейчас сидишь передо мной вот такой, что все у тебя сложилось, получилось, как ты задумал. Вообще, конечно, многое изменилось. Не все. Ты все так же щуришься, когда пьешь. О, а морщинок вокруг глаз мелких стало больше. А ты все такой же внимательный кавалер. Да. Она могла, забыв промат, часами мучиться зарядкой. Она, забив носы промат, легко чесала ухо пяткой. Это за мной. Действительно, 5 минут. Да, 5 минут. Слушай, я бы соврал, что позвоню, но у меня даже билета обратно пока нет. Честно, я не знаю, что сейчас нужно говорить. Я буду ждать приглашения на вернисаж. И тебя. Ладно? Постараюсь не задержаться. Постарайся. Пока. Значит, до скорого.
Что дальше? Отвези меня на работу. Я и так задержался. Да не вопрос. Спасибо. Выручил. А, часы? Прости. Не поможешь? Ты это... Ну, если что, обращайся, звони. Там семья. Ребенок. И все очень хорошо. А я даже не спросил, как ее дочку зовут.